Всем привет, мои дорогие! Я только что вернулась домой, была у зубного врача, есть мне пока нельзя, я решила выпить цикорий, и вот эту чайную пару я так полюбила, постоянно рука тянется к ней, она настолько элегантная, очень сожалею, что когда-то взяла всего одну. Тогда была возможность еще взять несколько штук, но сейчас, конечно. Ну, если вдруг когда-то встретиться. До сих пор доедаем шоколад с новогодних праздников, представляете? Девчонки, поделитесь, пожалуйста, может быть, у кого-то была такая же ситуация. Хожу к зубному врачу, у меня абсолютно здоровый зуб, без пломбы, без кариеса, но несколько лет, еще до пандемии это началось, меня стали беспокоить какие-то непонятного такого происхождения боли. Сколько снимков сделано, у скольких врачей я была. И, в общем, связали это с какими-то нервными окончаниями. В общем, намучилась я с ним и продолжаю еще мучиться, потому что в итоге было принято решение все-таки зуб этот открывать. И несколько врачей, кстати, отказывалось его даже лечить, потому что они просто не знали, что делать. И в итоге вот решили все-таки залечить, ну, скажем так, убить нервы, чтобы ничто меня не беспокоило. А в ответ на это другой симметричный наверху ему зуб начал болеть точно так же. Ну, в общем, короче, вот такие вот странности. Поделитесь, может быть, у кого-то так было. Вот хожу сейчас, лечу и надеюсь, что все-таки это закончится моей победой, а не зубов. Ну, такая вот странная вещь происходит. Жалко, конечно, здоровые зубы. Сегодня я к вам с... Я сегодня к вам с покупками для дома, а также очень хотелось дать не то чтобы ответ, а хотелось бы дать комментарий на самый частый комментарий под моими видео. Можно так сказать? Какой-то каламбур получился. Я не уверена, что это удастся, ввиду того, что происходит у моих соседей, но хотя бы покупки для дома я вам сегодня точно покажу, а все остальное, если что, оставим на следующий раз. Ну, что поделать? Такова жизнь. Первая покупка, которой я хочу с вами поделиться, нужная, это форма для запекания. Вот так она выглядит. Она керамическая, тяжелая. Хотя, знаете, она настолько тяжелая, что вначале мне даже показалось, что она чугунная. Вот у нее, видите, даже покрытие такое, как у чугуна. Хорошего очень размера. Здесь, знаете, на две такие куриные грудки большие. На две половинки одной куриной грудки. Мне нужна была такая форма, потому что у меня старые, которые на той квартире были, я их все выкинула. И здесь у меня получается, что только противни. Конечно же, у меня есть формы, их очень много, но для каждодневного использования. И вы знаете, на кухонном столе она тоже выглядит очень красиво, можно запросто подавать и на стол тоже. Так. Следующая моя покупка вообще не интересная, я даже не думала ее показывать, но все-таки решила показать. У нас в магазине Норфа я купила вот такие вот вешалки. Девчонки, магазины озвучиваю на всякий случай для тех моих зрительниц, которые живут в Литве. Вот такие маленькие вешалочки, ну относительно маленькие, конечно, 28 сантиметров, здесь 3 штуки. Они мне показались такими необычными и удобными, потому что здесь такой вот своеобразная такая петелька, куда можно повесить хоть сумку, хоть какой-то шарфик. И также есть вот такие на цепочках прищепки, которые мало того, что не очень крепко защепляют, ну, в пределах нормы. Я к тому это говорю, что они не будут портить вещь, портить шарфик какой-то шелковый, например. И у них на концах есть такие вот силиконовые как бы насадочки. И мне кажется, что это такая нужная вещь в хозяйстве, которая может пригодиться. Следующая покупка тоже нужная. У нас на кухне всегда стоит графин с водой.
И должна сказать, что стаканы для воды исчезают с завидной регулярностью, то есть мы их разбиваем. Я хотела купить толстый, прочный стакан, но при этом не лишенный какой-то эстетики, чтобы он симпатично выглядел и красиво смотрелся рядом с кувшином, и при этом был более крепким. Сначала я нашла винтажные стаканы, их было 4 штуки, я их все и забрала, сейчас вам покажу. Они хрустальные, такой, знаете, тяжелый, качественный хрусталь. И даже когда они заляпаны пальцами, они выглядят все равно как... Ну, хороший хрусталь легко отличить, да, от того, в котором содержание хрусталя меньше процентов. И вот эти стаканы, они оказались такими милыми. Они, во-первых, маленькие, так приятно их держать в руке. И несмотря на незамысловатость, нетривиальность рисунка, такого простого, они выглядят очень элегантно. И мне стало жалко их ставить туда графину с водой. Я решила, что нужно поискать что-то другое, что-то попроще. Этими так приятно будет пользоваться вот за столом, пить какие-то прохладительные напитки, сок и так далее. Я, кстати, вот отступлю от темы. Хочу показать вам вот графинчик, который здесь стоит рядом. Тоже моя сравнительно недавняя находка. Уж очень он весенний, поэтому я поделюсь. Посмотрите, какая у него крышка. Это простое стекло, он не хрустальный, но крышечка вся стеклянная. И сам вот этот носик, который внутрь графинчика уходит. Посмотрите, какая птичка, просто великолепная. Сам графинчик небольшой, резной, очень милый, очень. Хочу поставить его, когда буду вот наводить красоту весеннюю, все чистить, мыть, менять какие-то предметы интерьера. Очень хочу поставить его на кухне, не знаю, что туда налью, может быть. Вот я не очень пользуюсь уксусом, но масло туда, конечно, не хочется наливать, потому что потом вымыть будет невозможно. Ну, такая прелесть. Может быть, вы мне что-то помимо уксуса посоветуете, что туда можно налить? Буду благодарна. Вот, поэтому я все-таки их не поставила туда и продолжила поиски. И нашла вот такие простые стаканы, они стеклянные, это не хрусталь, но сделанные под хрусталь. Сейчас я покажу. Конечно, я могла достать заранее, чтобы не шуршать. Вот так выглядит стаканчик. Его надо помыть, он весь заляпанный. И мне понравилось. Почему-то на камеру он выглядит очень большим. Но в сравнении с моей рукой, вот можно понять, что он невысокий. Узенький такой, прям миниатюрный. Удобно держать в руке. В меру тяжелый. И при этом у него очень толстое стекло. Видите, по кантику здесь видно. И есть шансы, что он продержится дольше. Их здесь в комплекте 2 штуки. Так что... На ближайшее время стаканами для воды мы обеспечим. Следующая моя покупка уже не очень нужная, вернее, без которой, конечно же, можно жить. Ох, красота невероятная. Это тарелка. По-моему, она итальянская. А нет, Валенсия, Испания. Она просто роскошная. Вообще эти тарелки, было написано, что они для спагетти. Ну, тут как бы под вопросом, почему бы и не для супа, почему только для спагетти. Но учитывая, что я очень люблю стол, когда заполнен разной посудой, такой свободный стиль, мне нравится, когда... Безусловно, оно должно между собой сочетаться, но люблю, когда на столе много разной посуды. Не люблю сервировать стол, например, каким-то сервизом одним. Поэтому я стараюсь таких тарелок для подачи блюда основного, которое стоит у каждого человека, стараюсь вот таких ярких, акцентных не покупать. Поэтому я купила ее одну, буду использовать ее на кухне. Она у меня будет стоять либо для фруктов, либо ну, для чего угодно, что в этот момент будет необходимо в нее положить, либо даже просто пустая стоять, как ваза. У нее очень интересная фактура, она вся такая неровная, здесь выпуклости какие-то. Похоже очень на шамотную глину, но это все-таки не шамот. Вот я думаю, не думаю, а точно можно определить. И необыкновенные оттенки, просто очень красивые. Вот.
Я думаю, что она будет классная. И следующая покупка. Это две вот такие, назову их соусницы. Они очень классные. Я покажу сейчас поближе. Видите, они в форме как устрица, достаточно большого размера. Это тоже Испания, наверное, да, Валенсия. Наверное, это одна же фирма. Конечно, сюда можно положить что угодно, оливки, какие-то маленькие там пикули и так далее. Но и также для соуса прекрасно подойдет, потому что здесь вот такой вот носик есть, и можно что-то такие вот. Классно, мне кажется, такие всегда нужны, правда? И очень хочется показать вам свою винтажную находку. Это солонка и перечница. Ой, немножко там остался перец, уже пользуемся вовсю. Посмотрите, какие чудесные, милые, красивые, не знаю, какие еще слова подобрать, просто великолепные, на мой взгляд. И если бы вы видели, в каком виде они мне достались, 4 евро им цена была, они были черные абсолютно, с такими, знаете, и разводами бензиновыми, и где-то такое ощущение, как будто поцарапанные или серебро, они посеребрённые, серебро съелось от соли, да, или от специй. И посмотрите, как они выглядят. Ну, они практически в идеальном состоянии, ну, в очень хорошем. Вот. Прекрасные. Вот в одной дырочка для соли, и там, где много дырочек для перца. В той, которая для соли, внутри есть такая колба пластиковая, чтобы не разъедала соль серебро. А я вам показываю салфетку. Меня просили показать ее. Это лучшая салфетка из тех, которые у меня была когда-либо для серебра. Она просто великолепна. Кстати, ей много лет, несмотря на то, что она такого вида внутри неприглядного. Прошу прощения. Она великолепно до сих пор чистит. Ну, конечно, я собираюсь купить новую. Она немецкая. И очень легко ухаживать за серебряными, посеребрёнными предметами. Так что не бойтесь их. Достаточно раз в неделю протирать. Я храню ее вот в ящике, прям под рукой. И иногда, когда вижу, что вроде бы как уже блеск потерян, достаю и пользуюсь. И еще у меня в покупках недавно, не хотела показывать, потому что это такая обычная вещь, но все-таки вдруг кому-то пригодится. Я столько лет, можно сказать, ее игнорировала. Девчонки-вязальщицы, кто любит это дело, очень ее рекомендовали для проектов, для вязания, что она такая удобная, вместительная, классная. Но я не люблю железо. Вот эту книжку, кстати, которую вот листаю, когда-то подарил мне папа. Мне было, наверное, лет 11-12, я была так далека от всего этого рукоделия, она мне показалась такой скучной, и я не знала реально, что с ней делать. Но каким же другом она мне стала потом на протяжении всех лет. Много чего, что я умею, вязание я умею именно благодаря этой книге. Очень ее люблю, она просто замечательная. Такая старенькая моя подружка. Так вот, корзине. Это я достаю свой личный, первый, от первой до последней петельки проект. Это шерсть альпаки, великолепный, нежнейший, легчайший. Это кардиган для моей мамочки, любимой. Вот, я надеюсь, что летом она сможет его носить. Ой, девчонки, смеюсь, потому что... Так, ладно, это уже будет потом маме личный момент. Я обязательно, конечно, вам покажу потом, готовы уже, это совсем скоро случится. Он будет без пуговиц, нужно связать еще пояс. Ну, такое решение я приняла, хотя мечтала выбирать к нему пуговицы красивые. Так, корзина, наконец. Девчонки, шикарная корзина. Я не люблю железо, мне казалось, это так некрасиво, неуютно, мне не хотелось дома. Но в итоге я ее купила. Стоила она 7 евро, 6,99, по-моему. Единственное, внутрь вот хочу какую-то маленькую тканевую, может быть, как корзиночку, знаете, ну, такой, как лоточек, не знаю, как назвать, чтобы вот мелочевку всякую хранить. Вот у меня тут даже ключики для спиц, представляете, разъемных не проваливаются вот в эти дырочки. То есть великолепно. Просто не нравится, как это все там в беспорядке валяется и гремит. Поэтому лучше, если они будут и стоперы, и вся вот эта мелочевка, все будет сложено в какой-то маленькой такой штучки, будет удобнее пользоваться. И там, кстати, есть еще сейчас в голубом оттенке, и когда окажусь в Икее, я хочу купить их в голубом оттенке тоже, в таком
о нежном, и она лишняя не будет, потому что часто бывает, не одну вещь одновременно вяжешь, просто великолепно. Вот, берите на заметку. Ни нитки не цепляются. В общем, все прекрасно. Чудесная корзинка. Очень жаль, что я так поздно ее оценила. Сейчас покажу вам небо. Небо через грязное окно. Правда. Ну, не такое уж оно и грязное на самом деле. На кухне мы уже помыли окно. Впервые после Нового года, по-моему. Ну, до этого реально невозможно было, и смысла не было. Смотрите, как красиво. Прямо акварель. И посмотрите, как красиво форма. Такая простая смотрится вот с такой роскошной тарелкой. Мне кажется, не с одной оперы можно смело сервировать. А это вечером я уже обновила форму. У меня уже почти готово блюдо. Это из индюшатины такие тефтельки, чисто мясные, без риса, без ничего. И они в томатном соусе, со специями, с зеленью. И вот сейчас в конце я уже посыпала укропом, сыром. И вот поставлю на последние 5 минут в духовку и будем пробовать. Ну, мне очень понравилась вот такая простая керамическая форма. Наглядно вам демонстрирую. И на гарнир будет рис. Ну что ж, мои дорогие, я благодарю, что вы смотрели это видео. Я желаю всем счастья и до скорых новых встреч на моем канале.